Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Проявись еще раз. Ты тут? Вот он. Вот. Вот он, ребят. Ты не упокойник? Что это? Да блин, что это? Где? Там какие-то шаги, посвети. Там что-то сейчас было. А прежде чем посмотреть это видео, обязательно посмотрите первую серию с данного похода. Как вы уже знаете, данное видео снято в прямом эфире, который транслировался через Инстаграм Насти. Все снято без остановок. Эфир закончился, как только мы покинули кладбище. Мы двигались в самую глубину данного кладбища и по дороге слышали различные щелчки и удары. А также зрители прямой трансляции писали, что они слышат шепот прямо в эфире, который нам также удалось записать. Смотрите первую серию. И вот мы спустились в самый низ кладбища. Там находится густая лесополоса и овраг. За этим лесом находится еще одно кладбище самых невероятных размеров. Эфир был ровный и не вис. Как вдруг мы услышали, как что-то пробежало в лесополосе. И мы решили использовать Kinect-камеру, а затем EGF в нескольких вариантах. Обязательно посмотрите видео полностью. Все снимает. Ребята. Смотрите. Ребят. Какой-то силуэт прям над могилой. Вот могила. Смотрите, вот. Здесь ничего нет. На кинокамере показывает здесь силуэт. Вот на этой могиле. Вот. Рядом. Я в шоке. Над могилой. Да. Люди в эфире этого не видят, жаль. Давай. Тащи сюда телефон. Сейчас. Долго держать не могу, руки отсыхают. Посмотрите на это. Твой телефон уже не снимаешь, да? Сейчас, подожди. Снимаю на телефон, снимаю на эфир. Ребят, вот, сейчас видно? Короче, над вот этими могилами, да, какой-то силуэт. Над этими могилами, вот, над этими двумя могилами какой-то силуэт. Посмотрите на Kinect-камере. Именно отсюда был какой-то шум. Да. Можем предполагать, что это и есть тот, кто этот шум издает. Подожди, там был второй. Он пропал. Он пропал сейчас. Пропал. Ребятки, сейчас. Я в шоке просто. Так, камера нас не видит. Так, ребят, вот камера. Вот она, камера. Я надеюсь, что она что-то снимала. То есть видно было. Да, там второй проявлялся. Да. Опачки. Тихо, подожди. Блин, сейчас подожди. Офигеть. Вот, смотри, вот он. Вижу, да. Подожди, он. Вот прям вот здесь, где могила. Над могилой. Это тот же самый, походу. Да. Только он несколько в другом положении. Ребят, вот могилы, вот они, вот могилы. Здесь ничего нет, ничего. И на Kinect-камере мы видим что? Мы видим силуэт. Именно на этом месте. Подойти бы туда, но как это сделать, не знаю. Я поэтому говорю, Kinect — это очень неудобная штука. Ладно, пойдем. Тихо, подожди. Куда он делся? Попал. Блин, капец.
То есть не видно нигде, блин. Все, он пропал куда-то. Ты здесь? Проявись еще раз. Проявись еще раз. Ты тут? Вот он. Вот. Вот он, ребят. На камере хорошо видно, что ты снимаешь? Да. Ну-ка, сними поближе. Все в прямом эфире, друзья. Да, у меня во второй руке прямой эфир. Вот прямо вот здесь. Он. Вот он, этот силуэт. Интересно. Я думаю, надо здесь проводить ЭГФ. Да. Я тоже так думаю, потому что здесь сеть ловит, и здесь какая-то активность очень... Короче, жидко. Что мы делаем? Я, наверное, закругляю Kinect-камеру, я не знаю, потому что это снимать будет нереально, mm-hmm. все вместе. Да. Я включаю дополнительную камеру и ставлю ее где-то подальше. Возможно, она что-то зафиксирует. Mm-hmm. Короче, ребят, здесь есть активность, как вы сами видите. Вот, здесь все видно. Мы решили здесь записать сеанс. Все. Все, да. Отключаем Kinect-камеру. Основная камера пишет. Итак. Итак, ребят, вы все видели с Kinect-камеры. Сейчас будет ЭГФ. Голоса из иного мира пытался услышать еще Томас Эдисон. Он полагал, что люди не способны общаться с тонкими мирами лишь потому, что их органы чувств не являются для этого достаточно чувствительными. Ну а душа – это определенная разновидность волны, которая не исчезает после смерти, а просто начинает существовать в другой форме. Изобретатель полагал, что можно изобрести аппаратуру, которая сможет регистрировать послания от мертвых душ. Правда, сам Эдисон так и не успел реализовать свой замысел. Мы же, в свою очередь, проверяем этот феномен с помощью специально разработанной аппаратуры в наше время. Мы всегда удивляемся нашим сеансам. Каждая душа, находящаяся в ином мире, может поведать о своей жизни. Ведь душа, как информационная карта, оставляет в себе информацию. Душа – это энергия, а энергия – это составляющая нашей Вселенной. Покидая физическое тело, душа остается, и с ней можно выйти на контакт. Сейчас мы запишем феномен ЭГФ и посмотрим, какие будут ответы. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, здравствуй. Что? Он сказал, да, здравствуй. Да, да, да. Подожди, я с другой стороны встану, мне неудобно здесь. Ответьте нам, пожалуйста. Тот дух, который мы видели сейчас на Kinect-камере, он может с нами поговорить? Ты с нами можешь поговорить?
день. Ты добрый или злой дух? Добрый. Скажи, пожалуйста, что ты тут делаешь? Скажи, пожалуйста, что ты тут делаешь? Хороший эксперимент. Ты не упокойник? Ничего не слышал сейчас. А? Ничего не слышал сейчас там. Нет. Я слышу шум. Скажи, пожалуйста, как тебе помочь? О! Он перестал работать. Ты не светишь, не вижу. Он опять начал работать. Серьезно? Он перестал работать и опять начал работать. Как? В смысле? Подожди. Почему сейчас пропала связь? Почему Wonderbox на какое-то мгновение перестал работать? Что ты здесь делаешь? Что тебя держит здесь? Скажи, пожалуйста, что тебя здесь держит? Отношения? Он опять перестал работать. Я в шоке. Дай ради интереса. Он перестает работать. Можно я послушаю? Да? Реально. Он волнами. Да. Волнами работает. Да. То есть он затихает и потом опять начинает работать. Как это? Вообще как это возможно? Это ты воздействуешь на оборудование? Ответь нам. Опять начинает громче работать. Да, я слышу. Так, были какие-то ответы? Будем еще какой-то вопрос задавать? Давай спросим, сколько ему лет. Сколько тебе лет?
что, может быть, другой метод попробуем? Ну, давай попробуем. Боже мой, что это? Да блин, что это? Где? Там какие-то шаги, посвети. Там что-то сейчас было. Я в шоке. Так, я отключаюсь пока. Сейчас тихо. Камера села. Села камера? Капец. Блин, жесть. Сейчас. Так, ребят. Итак. Скажите, пожалуйста, нам с нами могут еще раз поговорить? С нами могут еще раз кто-нибудь поговорить? Вы сейчас можете нам что-то сказать? Скажите еще раз, что вы нам пытаетесь сказать? Что за удары? Это там где-то. Капец. Ответьте нам. Боже, что это было? По-моему, кому-то очень не нравится, что мы сейчас здесь находимся. Скажите, пожалуйста, сколько тебе лет? Надо разбирать. Спроси что-нибудь. Скажи, как мы можем тебе помочь? Как мы можем помочь тебе? Жизни отдай. Скажи еще раз, ты добрый дух или злой? Ты добрый дух или злой? Злой. Ты хочешь нам как-то навредить? А до этого был добрый. Да. Ты хочешь нам как-то навредить? Что тебе от нас нужно? Это очень негативный дух какой-то. Это ты шумишь? Это ты сейчас стучишь по вот этой железке? Это ты шумишь? Да что это?
Что это? Ты слышал? Я плохо слышу, мне фонит. Я слышу с той стороны и с той стороны что-то. Может, будем закругляться? Давай зададим несколько вопросов еще и будем закругляться. Задавай. Ты хочешь нам причинить какой-то вред? Невозможно. Это из-за нашей защиты? А что тебя ограждает от нас? Я не видел живых. Скажи, ты относишься к какому разряду духов? Ты демон? Что-то очень тихо. Ты был когда-то человеком? Вандербокс перестал работать. Ты был когда-то человеком? Был. Не понимаю, почему. Просто шум какой-то. Что тебя тут держит? Очень тихо, очень все тихо. Нам стоит уйти отсюда. Как хочешь. А для тебя наш уход что значит? Мы отпускаем тебя. Вандербокс. Мне кажется, ему очень не нравится, что мы здесь находимся, потому что здесь начали происходить какие-то шумы с той стороны и позади нас. Вандербокс просто отказывается работать. Короче, я не хочу так. Покажи на камеру. 4 максимальные значения. Я не знаю, видно, нет. Вот сюда. Вот. Вот 4, да. Ровно 4. Так, ребят, так как дух, который здесь присутствует, настроен негативно, мы по первому методу связались. Он был ответ, что он добрый, но, как правило, мы знаем, что злые духи имеют свойство обманывать нас. И по второму методу, который мы пробовали, просто-напросто мы услышали шквал негатива в свой адрес. Я что-то разобрал, но в частности я не понял, какие были ответы. Мы обязательно дома разберем эти ответы, а ответы разбираются непосредственно через компьютер, обрабатываются записи, если это нужно. Замедляется запись. В основном люди слышат замедленную запись в каждом ГФ ответе. Почему? Потому что замедленная запись, она позволяет больше уловить, лучше распознать голос. Мы сегодня, конечно, хотелось бы побольше провести каких-то экспериментов. Предлагаю записать еще 5 минут тишины. Итак, друзья, пишем 5 минут тишины. Пишем 5 минут тишины. Мы в эфире.
Запись пошла. Если здесь кто-то есть, ответьте нам. Скажите что-нибудь, что вы хотите нам передать, какое-то послание или что-то еще. Запись пошла. Засекаем 5 минут. Камера начала видеть это. Итак, друзья, 5 минут электронной тишины. Наши голоса никак не повлияли на эту запись. Отключаем. Ровно 5 минут записалось. Что хочется сказать. Мы сегодня провели сеанс ЭГФ и попробовали включить Kinect-камеру. Kinect-камеру мы взяли для того, чтобы убедиться, есть ли рядом с нами кто-то. И в этом месте мы записали ЭГФ. 3 метода. Стандартный, общий и новый. Писали мы это возле того места, где мы слышали как можно больше всяких каких-то шумов. И там, где проскочил силуэт. Вдалеке горит фонарик, а это значит, что нам туда. Подписывайтесь на наш канал по всем ссылочкам в описании под роликом. Друзья, обязательно поддержите нас лайком, комментарием. Подожди. А мы... Стой. Подожди, там закрыты ворота. Выруби свет. Или... Нет, подожди, нет, вон. Вон выход. Пойдем, ворота это через дорогу, походу. Мы в другом месте вышли.